только зашла. Воды хочу. 12 часов я уже дома. Мне очень даже повезло. Так, водички попить. А Лариса еще нет. Лариса, наверное, сегодня поздновато, может, придет. Что-то кушать хочу, не знаю, покушать мне или Ларису подождать. Так. Утром я уже пила коллаген. Ну, не знаю. Некоторые написали, что лучше брать надо было, чтобы разводить в воде. Наверное, в следующий раз и правда поищу не 3000, а поищу 5000. Девочка написала. Может быть и лучше. Я в этом не сильна, не знаю. Говорят, надо было брать такой, чтобы разводить, в воде развел и выпил. А не вот такой желеобразный. А он еще такой с привкусом, знаете, апельсинки, что ли, какой-то фрукта. Какая-то такая апельсинка, еще что-то такое. Ну, вкусный. Не противно его пить. Но я тоже не знаю, на масса тела, Лариса говорит, одна вот такая упаковочка, один вот такой стик хватит. Вчера порезала палец. Вот. Я не знаю, на мою массу тела хватит разве один стик? Я пью по одному. Здесь 14 этих стиков. Хорошие отзывы. Ну, в общем, результат после месяца. Блин, опять. Я уже думала, что их сегодня нету. Они сегодня тоже сверляют. Смотрю, машина там стоит. Каждый день. Не знаю. Уже такая, думаю, может, не... Волосы покрасить в белый цвет обратно. Но они такие стали хорошие, такие живые, знаете. Вот прям такие вот сильные, хорошие волосы. А то ж были обломыши, это ж было вообще что-то вообще непонятное. Тут вообще на висках у меня так обломались, и так вот чесалось, вот такие вот клочья прямо. А сейчас хорошие волосы. Сейчас такие живые, хорошие волосы. Ну вот я такая что-то вчера смотрела фотографии. Думаю, все же в белом цвете, конечно, мне хорошо. Кстати, на Каннском фестивале, вы заметили, женщины в возрасте. Никто, сейчас, Ромашка, никто в белом цвете не был. Все сейчас, кстати, это тренд, когда седина закрашивается вот именно такой голубой, вот, затеняется. Вот, так что возьмите на вооружение. Это я прочитала в Каннах, значит, артисты в возрасте, значит, себя преподносили, значит, какие у них были платья, какие были прически, и вот сказали, что вот это вот сейчас в тренде для женщин, значит, ну, сказать не бальзаковского возраста, а так, в общем, для серьезных женщин, для серьезных, понятно? Для серьезных женщин... Волосы должны затеняться вот именно такой вот краской, как у меня. Видите? Он получается этот и пепельный, вот и свой волос, и седой волос. Видите, все оно закрашивается, затеняется. Надо уже челку стричь, скоро будет опять все лицо закрывать. Так, что тут стройка? Стройка идет. Цветы полила. Так. Хочется что-то поесть. Да? А что поесть? Практически ничего и нет. Вот. Помидоры. Вот это очень вкусный помидор. Очень вкусный помидор. Просто обалденный. А вот то помидоры, вот мы брали на веточке, это Ларисин такой... В общем, сценарий, она любит вот эти помидоры по одному евро. Они никакие. А, вот там еще у меня помидоры тоже есть. Вот здесь Лариса сделала кабачки. Ну, кто-то писал, надо кабачки, значит, или в вареном, чем в каком-то тушеном виде замораживать. Я в Украине замораживала в сыром виде, и нормальные они были. Вот у меня стоит банка селедки.
Видите, какая? Вот ешь, не хочу, кусочек хлеба. Вот тут у меня. А что тут? А, там кусочек колбаски. Сама не знаю, что. Это кусочек сыра. И вот надо, Лариса придет, надо доесть вот эту вот ягоду. И вот клубнику тоже доесть. Да? Огурчики, компот. Компот хороший получился. Второй раз уже прокипятили. Капуста. Так, борща надо наварить. Да? Морковка есть, бурак есть, свекла. Капуста есть. Картохи нема. Картошечки, да? Нет картошки. Ну, все равно. А, я хотела сметану достать. Что я полезла? Стоит сметана. Уже скоро ей будет 100 лет в обед. Знаете? Вот. Срок годности. Ой, что-то вы затянились. Срок годности истек месяц. Представляете? 29.04. А не знаю, вы можете это изготовление вообще-то. Ну, в общем, она стоит очень долго. Сейчас я ее открою, посмотрю. Если она не испортилась, я хочу еще тут. Я хочу, в общем, есть. Вот что я хочу. Понимаете? Хочется что-то есть. А что поесть? Практически ничего нет. Сметана. Сейчас мы вместе откроем с вами. Видите, какое событие. Пошла домой, даже пожрать нечего. А вы говорите. Молодец. Знаете, какая. Ой, она нормальная сметана. Ну. Сейчас я. А ну я сейчас посмотрю. Яйцо у меня есть? А, у меня яиц нету, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яйцо закончилось. Это просто жесть. Пожалуйста. Нету яиц в доме. Караул. Ну зато есть селедка. Ля, хорошая сметана. Я уже думала, что ей... Кранты. Нет, нормально. Не пробовала, можно, кстати. Я хотела, сейчас думаю, еще и шла, думаю, хочу оладушек. Скажет, какие тебе оладушки? Да? Я хотела оладьи. Ну, так как... Что вы все время затеняетесь? Так как... Нет яиц? Смотрите, голяк. Ну, когда такое было, чтобы не было яиц в доме? Так, поставлю сюда. Потом с клубничкой можно ее как раз и поесть. Салат сделаем. Ларису дожду. Сейчас, наверное, у нас есть там окорочка. Я сейчас, наверное, сделаю. Сейчас я посмотрю, у нас есть. А ну, гречка. Так, кофе есть. А это что? Не знаю. Так, что гречки я не вижу. Ну, тут. Есть. О! Да, гречка есть. Нормально. Вот. Я сейчас достану маленький ковшик. Правильно? Правильно. И сварю. Вот, маленький такой. Вот ковшик превратился. Представляете, во что? Это поставили яйца. И забыли. То есть не так, что забыли. Поставили яйца, а в этом ковшике быстро выкипела вода. Все. И яйца уже начали приставать. Гнищу, все, ковшик стал такого цвета. Ну, не выкидывать, хороший ковшик.
Так, разобрать мне надо посуду. И все. Да? Да. Вот. Сейчас я разберу. Все положу. Посуды немного, но надо помыть. Вот Лариса вчера клубнику мыла. Вот так вот. Сейчас 12 часов. Сестричка придет. Мы с ней сейчас пообедаем. Все. Ну а что мне? Два раза обедать. Да? Вы и так говорите, толстая-толстая. Не два раза же мне обедать. А то я сейчас сяду пообедаю, потом придет сестричка, еще сестричка обедает. Вот что я сейчас уже дождусь сестру. Правильно? Вот. Это постоянно вы мне... Постоянно вы мне жалеете еды. Я не знаю. Что я не съем? Как пачерицы. Что не съем? Все говорите, что я много ем. А что такое? Везде вода. Вот, поэтому не буду. Вот, не буду есть, а буду дожидаться сестру. Сварю сейчас маленький стаканчик. Не стаканчик, а. Не стаканчик, а такой сейчас стопочку. Разобираю. Вчера наконец-то сделала. А селедка, кстати, получилась и неплохо. Вот. Она откисла. Вот. И стала меньше соленой. Я ее вчера почистила. Пришла. Она даже стала лучше чиститься. Соленая, но не до такой степени, не до такого дурмана. И все. Я ее с луком сделала целая банка. Вчера ее кушала, вот так на хлебушек нормально, очень вкусно. Сделать, сварить борща надо. Кастрюлю. Что-то я простыла. Потому что утром холодно. Кастрюлю борща наварить. Кусочек хлебушка, селедочку тут с лучком ложить, и с борщиком она пойдет за милую душу. Правильно? Правильно. Вот. Ничего не надо выкидывать, потому что, конечно бы, если бы мы знали, что она такая термоядерная эта селедка, понятное дело, что мы бы ее бы не купили. Ну а что делать, если уже взяли? Не выбрасывать. Все. Компот есть. Гречку сейчас сварю. Думала, что у меня есть оливковое масло. А это подсолнечное. А я что-то думала, что оливковое. Помидоры есть. Огурцы есть. Все. Сестра придет. Поедим. И все. Я кушать, конечно, уже хочу. Ничего. Потерплю. Правильно? Это ложусь сюда. Та посуда, которая вот нанизу нам в этот, чтобы она нам этой сушилки, чтобы она лучше просохла. Зачем мне ее ставить туда? Шкребет. Все. Вот так вот. Да. Тут еще Лариса вчера готовила спаржу. Потом покажу вам. Какая вкусная. Лариса так вкусно приготовила. Обалдеть. Обалдеть. Я прям так
сосиской с удовольствием поела. Прямо то, что надо, то, что доктор написал. Вот, и еще чуть-чуть осталось здесь спаржи. Ну, как раз. Может, Лариса не захочет гречку. Лариса, честно говоря, не очень любит гречку, а я люблю. Сейчас я эту сковородку промою. Правильно? Все, сегодня надо яиц купить. А то яиц. Ну что это в доме нет яиц? Это непонятно. Как вкуснотень. Обалденно. Бомба. Тут-то. Чуть осталось спаржи. Я ее сейчас в холодильник положу. Ой. Все. Все, съели, все поели. И будет что у нас кушать. Так, мне надо... Надо кульки вот эти пособирать тоже. Взять... Спать. Мне надо взять стаканчик, стопочку. Стопочку, стаканчик. Так, ну что вы мне посоветуете? Надо мне в белый цвет покраситься? Какие волосы, да, знаете, живые. Лариса говорит, не порть, пусть будет так, хороший цвет. А я говорю, мне кажется, он мне старит. Вот такой, да? Мне кажется, будет хорошо. Такой стаканчик, один стаканчик, два стаканчика воды. Ну, можно положить 2,5. Ну, я вообще одну ложу на 1 грамм. Все, сейчас я приготовлю. Можно приготовить, можно приготовить... Не в ковшике, а можно сейчас я, наверное, не буду в ковшике. Что я буду? Я сейчас сковородку промою. Зачем мне пачкать 100 посудин? Ой. Нет. Я сейчас промою сковородку. И вот так. Пожалуйста. Тут еще осталось, знаете, ленточки. Еще на один раз. Хорошо? Хорошо. Отлично. Стаканчик сейчас гречки. Я сейчас прямо в сковороде ее поставлю. Будет супер. Сейчас промою. Не выдержала. Не пропадать же добро. Понятно? Блин! Никак не могу. Отказаться от хлеба. Представляете? А вот этот хлебушек, который с тыквенными семечками, меня аж трусит, когда я... Так и вкусно. Каждый день я мою зубы.
возраст. Это с возрастом. Меняется меня, это, эмаль. Ну что, буду сейчас. Это сковородка. Зажаренное дно. Тогда так и не вычислили. Она нормально, она не пристает, ничего не... Ну, зажаренная. Так, пойду я мыть сковороду. Так, 2 стакана воды, а сейчас из-под крана. Один стакан. И его прям сюда, в сковороду. Нормально? Сейчас я ставлю на плиту. И второй стакан. Сейчас запить кипит. Воду не экономит! Не экономит воду! Это она уже такая, вот видите, сковородка, надо ее менять. Положу 2, 2,5. Все. Сейчас закипит. Сейчас моментально. Вот уже пар идет. Сейчас взяла ложку. Я хочу чуть-чуть соли. Есть тут соли? Я не поняла. Ой. Есть. Так. Но. Все, эту сковородку надо менять, но пока. А другой нет у меня. Пока нет возможности. Все, закипела уже вода. Надо кафель перемыть. Я гречку не мою. Кто-то говорит, ой, надо мыть. Мыть надо. Я не мою. Буду есть так. Все. Сейчас она чуть-чуть закипит, прокипит. Я ее накрываю, убавляю огонь и все. Я практически готова уже, ну, обедать. Все, сейчас сестра придет. Салатик. Может, так поедим помидорки, может, салатик сделаем. Все, жду Ларису и буду есть. Есть хочу, не могу.